Здравствуйте. При ловле поплавочной удочкой часто пользуются вот подобными стопорами. Вся беда этих стопоров в том, что они одноразовые, заканчиваются, сволочи, в самый неподходящий момент. Ну вот появилась необходимость, попав в такую ситуацию, мне сделать приспособление вот такое вот. И оно позволяет стопоры эти использовать многократно. Делается оно буквально за 5 минут. Сейчас я вам расскажу, покажу, как оно работает сначала. Ну, берем стопоры. Один из них снимаем. И одеваю его на наше приспособление. Для этого стальную петелечку вставляю в одно из отверстий этого стопора и проталкиваем до появления с другой стороны этой петли. И теперь можно совершенно спокойно вставить туда петельку, в эту лесочку. Вставляю, загибаю, натягиваю и сдвигаю стопор на леску. А затем вытягиваю свободный конец. Все, стопор находится на леске и готов к использованию. Но гораздо проще после рыбалки, целесообразнее после рыбалки, этот стопор одеть туда, где, откуда мы его сняли, чтобы он был готов к использованию на следующей рыбалке. Для этого, значит, после использования снимаем стопор с лески, когда разбираем удочку, продеваем приспособление опять в стопор, и уже проволочку, где хранятся наши стопоры, вставляем в петельку, загибаем и передвигаем стопор на место, где он будет храниться. Все, он готов к повторному использованию. Делается подобное приспособление чрезвычайно просто. Вам понадобится минут 10 времени, но не больше. Также стальная пружинка, тоненькая, я нашел ее от какого-то старого магнитофона механизма, не знаю, где-то валялся, вот нашел. Спичка понадобится. И в моем случае стержень — это вторучки. Я так вот решил сделать. Ну, для начала мы уже расправляем часть пружинки и выгибаем из нее нужной формы петельку. Сейчас я нарисую, значит, какую должна быть форма. Ну, все приблизительно, там это трудно сделать. Главное, чтобы кончик ее должен быть сплющен. Сделать плоскогубцем и там чем-нибудь сплющить его. Вставить его в эту самую трубочку от стержня и законтрите спичкой. Залить клеем. Все. После высыхания приспособление готово к работе. Можно также проделать там два отверстия, ну, на сквозное отверстие, и надевать его на туда же, где хранятся стопоры, чтобы не потерять. Все, спасибо за внимание.